Добрый день! С наступлением холодов в квартирах и офисах на полную мощность начинает работать централизованное отопление, и в помещениях становится тепло и сухо. С одной стороны, это бесспорно радует. Мы чувствуем себя комфортно и уютно. Но с другой, уровень влажности сильно падает, и это очень вредно для здоровья и взрослых, и особенно детей. Из-за постоянно вдыхаемого сухого воздуха падают защитные барьерные функции слизистых верхних дыхательных путей и создаются прекрасные условия для возникновения различных ОРВИ. Поэтому просто необходимо позаботиться о себе и своих близких в этот период, а поможет в этом увлажнитель воздуха. Сегодня мы расскажем вам о новинке – ультразвуковом увлажнителе Timberg Ritzy. Он представлен в трех цветах. Классическом белом, глубоком черном и необычном пастельном цвете – пепельно-розовом. Красивая сферическая форма корпуса позволяет ему хорошо вписываться в любой интерьер. У Ritzy большая панель управления, и надо отметить, что она сенсорная. Панель легко отзывается на прикосновение, что говорит о ее технологичности и качестве. LED-дисплей отображает режимы работы прибора. Их три. Режим низкой интенсивности подачи пара, средней и высокой. Дисплей информативен и легко читаем, показывает уровень увлажненности воздуха. У этих увлажнителей есть подсветка экрана и индикация режимов работы. Круговая подсветка информирует о наличии или отсутствии воды в баке. Во время отдыха все световые сигналы можно отключить. Также в приборе присутствует функция таймера на 24 часа, который можно настроить с шагом в 1 час. Если хочется дополнительно оздоровить воздух, то можно активировать функцию ионизации. Прибор оснащен самым современным гигрометром, который с большой точностью сообщает об уровне увлажнения воздуха. Но и это еще не все. Также в прибор встроен гигростат. Именно он позволяет работать прибору в автоматическом режиме и самому выбирать интенсивность выхода пара в тот или иной момент, что позволяет пользователю полностью положиться на современный увлажнитель и не бояться чересчур увлажнить воздух в помещении или же наоборот, выбрать слишком низкий режим работы и не добиться нужного уровня увлажненности. Что касается корпуса, то Ritzy имеет классическую конструкцию. Съемный резервуар имеет удобную переносную ручку и рассчитан на 4 литра воды. При высокой производительности по увлажнению в 300 мл в час это в совокупности дает 16 часов непрерывной работы. Новые формы, неизменное качество и высокая эффективность – вот что характеризует приборы от Timberg. Делайте свой выбор, ведь Timberg – умный выбор.